Пугин, а что ты такое делаешь? Собираюсь к тёще на день рождения. О, кстати, с тобой гитару обязательно возьми. Зачем? Как зачем? Сыграешь там что-нибудь? Ну блин, это не совсем обычный стиль игры. Его не каждый вообще поймет. Ну может... что ты там целый месяц занимался? Ну сбацаешь что-нибудь по-быстренькому. Думаешь? Конечно. Бери. Ну ладно. Ген, сходи мусор вынеси, пожалуйста. Любимая, ну я вот только присел. Ой, бедненький, устал, да? А что ты делал до этого? Спал. Иди давай, спал он. Ген, а? Помой посуду. Ген, а? Ну вынеси мусор. Ген, а принеси полотенце. Ген, а? Открой банку мне. О, Ген. Ген. Я уже 20 лет как Гена. Слушай, 20, тебе же 40. А до этого ты кем был? А до этого я была Галей. Какая еще Галя? Галина Геннадьевна. Ты. Ну, а куда это ты собираешься? У нас сегодня корпоратив. Я с тобой пойду. Ну, я тоже хотел тебя взять. А начальник сказал, что у них только мальчики ходят на корпоративы. Ага. Тогда позвонишь мне по видеосвязи, подтвердишь, понял? Ну да, да, конечно, позвоню. Все. Ладно, давай, пока. Алло, дорогая, привет. Ну вот, смотри, как обещал тебе, звоню по видеосвязи, показываю. Вот мы с ребятами отдыхаем, тут все нормально. Ген, давай, никого из женщин нет. Только одни мы, пацаны. Ген, представляешь, слили базу Яндекс.Еды. И чё? Ну как чё, теперь все узнают, сколько мы с тобой на жрачку тратим денег. Да, слава богу, что мне базу Яндекс.Такси слили. Чё? Кому ты там ездил? Да не, никому. Сейчас получишь у меня? Паразит. О, вот мой где телефон, я его везде ищу, давай сюда. Почитал комментарии твоих женихов. Ой, я прям в шоке. Хорошо, хоть в личку не зашел, а то вообще б не откачало. Че говоришь? Иди, говорю. Ага. Спасибо. Ты мною крутишь, как Армела Муч. Заныча во мне, ощущаю себя лаврик. Мои друзья от Баверина, твой закон, я маврик. My home is the rock.